Хочешь узнать, как найти свою единственную? Слушаю. Все просто. Для этого надо сесть и поговорить. С некоторыми людьми это как будто слушать классическую музыку по радио, правда, без антенны. Сколько ни крути ручку настройки, в ответ будут одни помехи. Но когда тебе суждено быть с человеком, когда это твоя половинка, вы просто разговариваете, и будто начинает играть соната Бетховена. Живи так, чтобы люди, столкнувшись с тобой, улыбнулись, а общаясь с тобой, стали чуточку счастливее. Когда ты будешь ценить то, что у тебя есть, а не жить в поиске идеалов, тогда ты по-настоящему станешь счастливым. Проговаривайте эти слова каждый день. Я учусь наслаждаться моментом здесь и сейчас и ценить все вокруг. Я благодарен людям в моей жизни, которые любят меня и предлагают эмоциональную поддержку, когда мне это нужно. Я спокоен, потому что знаю, что Всевышний всегда рядом со мной. Не жалей о том, что произошло. У всего есть причина и свой смысл. Пойми, что за урок несет для тебя эта ситуация. И просто двигайся дальше. Живи здесь и сейчас. Однажды ты встретишь того, кто будет благодарить Всевышнего за встречу с тобой и дорожить каждой минутой вместе. Как хорошо, что мы с тобой вместе. Ты именно тот человек, которого мне всегда хотелось видеть рядом с собой. С тобой рядом хорошо и комфортно. С тобой интересно разговаривать и просто молчать. Иногда я даже читаю твои мысли. В них я часто вижу свое отражение. Ты думаешь обо мне, и это так приятно. Я тоже думаю о тебе. Я люблю тебя.